Есть организации Фарт Импортант, корейского окупа, КУ. Это очень важная организация, которая будет заниматься развитием двусторонних экономических отношений между Молдовой и Россией и привлечением иностранных инвестиций. У нас очень амбициозные планы по привлечению нескольких стратегических инвесторов. Возможно, открытие 5-6 крупных заводов на несколько тысяч рабочих мест. Это вполне реально, учитывая отношения, которые у меня сложились в Российской Федерации. Кроме того, будет оказана помощь молдавским экономическим агентам, которые хотят выйти на российский рынок. Дадон сообщил, что запуск работы организации Молдо-Российский деловой союз в Кишиневе должен состояться в ближайшие недели. Стоит отметить, что партнером организации является Деловая Россия, которая объединяет 7 тысяч предпринимателей со всех регионов Российской Федерации.